В эти жаркие дни в Махачкале организована бесплатная раздача холодной воды. По данным МЧС, столицу вновь ждет повышение температуры. Столбики термометров, по прогнозам синоптиков, могут подняться до 43 градусов. Жителям и гостям столицы рекомендуется избегать длительного нахождения на солнце, использовать зонты или носить головные уборы, также пить больше воды. На общественных территориях по поручению мэра Махачкалы Салмана Дадаева с 18 июля возобновлена бесплатная раздача холодной бутилированной воды. Волонтеров можно встретить в парках Ленинского комсомола и 50-летия октября, у озера Агёль и в сквере по улице Гамидова, а также на пересечениях некоторых центральных улиц.